Вечером 25 мая стартовала музыкальная премия RU TV. За несколько часов до начала мероприятия стала готовиться к появлению на публике Полины Гагарина. В этом году она выступила в роли ведущей вечера. На красной дорожке девушка в итоге появилась в фиолетовом вечернем платье со шлейфом. Не исключено, что за время концерта она сменила еще пару образов. Среди гостей премии были практически одни звезды. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Виктория Дайнеко и другие известные персоны. Не смогла пропустить это мероприятие и Ани Лорак, так как представлена в номинации «Лучшие певицы». Она появилась среди гостей в белоснежном пышном платье без бретелек. Наряд состоял из множества лоскутков ткани, которые в итоге придали образу воздушности. Артистка дополнила платье сережками-кольцами и бежевыми босоножками на шпильке. Поклонники уже привыкли к тому, что она любит необычные образы, поэтому пришли в восторг от такого, на первый взгляд, несуразного наряда. Шикарный образ. Вы сегодня превосходно выглядите. Очень неожиданный, смелый и немного свадебный образ. Отличного вечера. Желаю получить заветную награду. Сегодня у вас самый настоящий образ невесты. Пусть новый этап в вашей жизни станет самым счастливым. Высказались пользователи сети. Отметим, что не только Лорак отдала предпочтение пышному платью. Дайнеко пришла на премию в фиолетовом наряде с ниспадающими плечиками, как у принцессы. Напомним, что Лорак почти 10 лет состояла в браке с бизнесменом Муратом Нурчиджиоглу. В прошлом году появились слухи о том, что муж ее предал. Вскоре певица подала на развод. Даже ради общей дочери Софии она не стала сохранять брак. В начале этого года артистка получила развод, а не так давно она выпустила клип о разочаровании в любви на песню «Я тебя ждала». В лирической композиции Ани Лорак призналась, что ей страшно быть одной.